В последнее время по всей республике участились случаи наездов на пешеходов. В связи с чем в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов по распоряжению межмуниципального отдела МВД России Кашахабльский 18 февраля в центре Аула Кашахабль сотрудниками госавтоинспекции было проведено профилактическое мероприятие «Пешеход». Оно было направлено на снижение количества ДТП, связанных с наездом на пешеходов, профилактики нарушений правил дорожного движения водителями в части непредоставления преимущества пешеходам, а также пресечения нарушений со стороны пеших участников. Также в мероприятии активное участие приняло Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юн-Армия». Пешеход – это полноправный участник дорожного движения, поэтому всегда нужно сбавлять скорость перед тем. Пешеход – это главный участник дорожного движения. Хотела вам рассказать о безопасности на дороге. Пешеход – это также полноправный участник дорожного движения, у которого есть свои права и обязанности, поэтому вы всегда должны отвечать за безопасность на дороге. Сотрудники госавтоинспекции напомнили пешеходам, что в темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и тем самым обеспечить их видимость водителям транспортных средств. Сегодняшнее мероприятие направлено на профилактику и предупреждение ДТП с участием пешеходов. Уважаемые пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения. Переходите проезжую часть только по пешеходному переходу. Уважаемые водители, будьте аккуратными на дороге. Всегда будьте готовыми к появлению пешеходов на дороге. Уступайте пешеходам дорогу.